Всем привет, дорогие друзья! С вами Бадди. Продолжаем с вами проходить все группы под названием Far Cry Massive Attack. Вот, в игре Far Cry 1. Это у нас уже, по-моему, пятая часть прохождения этой игры. Да, пятая, это четвертая глава. Написали мне в комментариях то, что эта глава будет очень трудной. Давайте проверим. Ну, скорее всего, здесь будут эти опять чужие. Это предполагаю, так как я, блин, в прошлых, вот, по-моему, второй серии, блин, жестко потел. Сейчас посмотрим, что-то у нас какой-то подводный лабиринт нафиг. Плывем. Не знаю, куда плыть теперь. Сейчас я захлебнусь, сука. Давайте сюда попробуем. Серьезно, карточку требует? Дыши, дыши, пузырьки здесь. Все, я сдох, да? О! Да ладно. Вот за это, конечно, спасибо. За патроны. Так, тут у нас сейф. Сохраняемся. Такая карточка. В смысле, блядь? Мне карточку и там требуют. За что делать? Как дальше быть вообще? Ладно, давайте. Уходим отсюда, давай. Да, вот тут карточку требуют, блин. Это я, походу, назад плыву. Так. Мучение, блядь. Здесь тупик вообще. Сейчас совсем оборзели нахер. Захлебываемся, товарищи. Все нахер. Это конец. Ну, как же. Джек под водой очень офигенно вздыхает. И выдыхает. Куда ты плывешь, блядь? Я в шоке с тебя. Я опять здесь? Вы что, серьезно, что ли, блядь? На себе круги наматываю. Обалдеть, конечно. Может быть, я что-то... Блядь, я не знаю. Может, как-то туда мне попасть надо, нафиг. Это может как-нибудь... карточку я подобрал. Блядь. Нет, не подобрал еще карточку. Вот карточка. Все понятно. Да, ребята.
Вот что надо было просто подвинуть, вот этот и все нахер. Так, дверь ищем. Не туда, блядь. Вот. Давай быстрее сейчас заклянусь. Да чё ты? Угораешь, что ли? Открывай быстро. Зачем назад плыву, блядь? Быстрее. Ну да, соглашусь с вами, тут, блин... Хрен пойми, что делать сразу. Не понимаешь толком вначале. Быстрее! Что я сделал? Хух. Есть. Я слил эту гребаную воду. Ну, начало, конечно, да. Трудноватенько так. Так, а вот дальше что теперь? Походу, выходить нам отсюда надо. Сейчас я еще раз осмотрю здесь. Так, давай, уходи. Херовенько то, что не было сейва, ребят. Там нам делать нечего. Там тоже, да? Как бы. Да, опять мы здесь. Карточку мы там забрали, да, все. Так, куда тогда? Ну, по-любому надо туда сейчас. Полюбас. Так, здесь лестница ведет наверх. Здесь что интересно? Тупик. Ага. А если вперед пойти? Это что нафиг за лабиринт, я не понимаю. Хватит издеваться над бедным Бадди. Что это такое? Что это такое? Помогите! Я здесь оказался. Ладно, я поднимусь тогда. Вот это прикол. Я подняться не могу, представляете? Сейчас я видос остановлю. Хочу... А, не, пока не буду останавливать. Хочу снова сюда залезть. Давай, залезай, дружок. Сюда прыгнуть. Спуститься. Бесполезно. Я в ловушке, ребята. Нах, я сюда прыгнул-то. Я в ловушке. Великолепно. Мне не выбраться отсюда, поэтому надо заново проходить. Это какой-то. Почему пишут подобранные карточки? Я же не взял.
Да. Идем. Да куда же идти-то, ё-моё? Сатанист. Чё делать, бля? Я не знаю. Я не знаю, что делать. Мне надо сегодня допрыгнуть. Нет, не туда. Окей. И опять здесь. О, здесь дверь какая-то, смотрите. По-любому туда надо. Как туда попасть, я не знаю вообще. Вот что нашел. Опа. Опа. Да ладно. Да неужели? Я застрял, серьезно? Вот какого хрена я застрял, а, блядь? Все нормально. Как все мигает здесь. А, это я открыл двери эти. Получается так. Дезинфекция. Ну, пока ни одного врага я не вижу, это вот серия, чё. Сохранение хорош. Тварюги. Поджидает меня уже. Нет, не прострелить. Бесполезно.
А здесь? Вот так тебе, понятно? Здесь есть что-нибудь? Карточка там, может быть, подобрать? Скорее всего, нет, ладно. Тут закрыто. Ух ты. Ну чё, сука? Ни хрена себе, блядь. Пойду бежать. Так, ну я здесь ничего не подобрал. Что я сделал? Единственное действие, это просто убил этот пидорас и все. С одной пульки. Ну а теперь идите нахер. Знаете почему? А потому что сейчас я поступлю как чуваш. А почему закрыто? Очень странно. Дверь закрыта. Представляете? Я больше туда войти не могу, получается? Ну что это за бред? А, это, оказывается, простреливается. Его можно было убить. Ладно, давайте перезагружу это. Так. Давай. Ну мы их с две пульки убиваем. Вот пуль. Они очень легкие. Так, ну вот здесь я возьму, скорее всего, дробаш. У меня нет хрень ночного видения, которого. Первого падлу я убил. Где вторая мразота? Мразь, выходи. Или только один был? Один, что ли? Да не может быть. Не может быть такого. Патроны здесь надо мне написали в комментариях копить. Обязательно, потому что будут проблемы. Скорее всего. С этими патриками. Подобрана карточка. Бред. Я не вижу то, что я подобрал карточку. Блин. Ни хрена себе. А чё за фигня, я не понимаю. Так. Да вы охренели, нахуй. Понятно все. Надо обалдеть. Ну и мод, конечно. Биологическая опасность. Вот она, да? А здесь меня, кстати, ждет, смотрите, что. Нафиг говно. Я возьму дробаш, ладно. Давай. Я жду, мрази. Сука!
Есть! Хорош. Стой, 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 стой. Птичка. Говнюки, а какие? Нападают толпами просто. На Джека. Сегодня дежурит Эммерих. Я запер его на всякий случай. Мало ли что. Эти твари очень опасны. Что ты там сделал нахер? Еще кнопка какая-то там типа была. Но здесь я ничего не смог подобрать, поэтому... Скорее всего, мне нужно сейчас возвращаться назад. Может быть, мы открыли вот эту дверь как раз таки. Да, я пробовал. Итак... Если вы слушаете эту запись, это значит, что со мной что-то случилось. Если вы не в курсе, что здесь происходит, постараюсь рассказать вкратце. Наша команда из 6 человек работала над проектом по совмещению генома человека с чужеродной формой жизни, обнаруженной здесь, на Фобосе. Ее особенность – это феноменальная приспособляемость к любым условиям. Однако со своим глобальным замыслом сделать суперсолдат, корпорация немного просчиталась. Что до нас, то по общему мнению, это было плохой идеей с самого начала. Эти твари уже утащили двоих из нас на прошлой неделе, и сразу после этого я решил сделать эту запись. Каждому ученому проекта вживлен кодек, и моя частота 151.12. Если у вас есть поисковик, и на радаре виден сигнал, значит я все еще жив, даже если не отвечаю. Конец лога. Ну, то же самое с Кригерами, это все. Все связано. Да, сейчас я должен подняться наверх, сразу это видно. Поэтому... Я не должен это уронить. Это просто обязательно. Как-нибудь залез, надо аккуратно сейчас. Вот так вот. Ага. Судя по всему, это не доктор Эммерих. Нет! Ты что за тварь такая? Мелкая. Зеленая какая-то. Мухи какие-то, что ли? Тараканы какие-то бегают здесь, обалдеть. Нет, 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 уйди отсюда, уйди, уйди, какашка. Так. Что у нас здесь еще имеется-то? Ой-о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 й. Все. Разнесли сволочи. Но это еще не все. Тут какая-то скотина бегает. Че за хрень? Скорее всего, это мне в скайпе там что-то. Позвонили, что ли, там, или что-то отправили. Мне так кажется. Нахер, нахер, иди. Что мне здесь требуют? Сделать. Я уже здесь был, походу. Я тут был, наверное. В начале.
Мы придумали тут всякие всячины, блин. Охереть. Почему я не могу войти сюда? Пошли какие-то здесь затруднения уже. Не понимаем, куда идти. А вот это вот место знакомое, очень знакомое. Мы тут были, да. Здесь мы были. Здесь я был. Да, мы опять вернулись сами сюда. Тоже были здесь. Так, ну мне непонятно все-таки. Непонятно пока что, куда вообще идти. Может быть, здесь что-то есть. Меня, знаете, что заинтересовало? Вот тут вот. Да я хз вообще. Вообще хрен знает, что делать. Дверь закрыта. А там тварюги все равно бегают. Не открывается же. На помещение. Блин, я не знаю, честно. Короче, ребят, ладно, давайте на этом я заканчиваю. Пятую часть прохождения игры Far Cry Massive Attack. Надеюсь, понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо. И всем, ребята, пока в следующей серии будем продолжать.